Эрик Холидей, член спасательной зоогруппы Wallace Palace GSD and Large по Rescue, пробирался по трущобам Хьюстона. Вместе с ним был его напарник Сэм Арки. Мужчины торопились найти одну странную собаку, замеченную здесь несколько часов назад. Как сообщил им очевидец, это была не просто собака, а ходячие кости, которые не рассыпались лишь благодаря невероятным усилиям бедняги. В последний раз пса видели упавшим возле трупа какого-то мелкого животного, то ли страдалец пытался поесть хоть что-то, то ли он просто не мог больше идти. Эрик и Сэм прочесали улицу вдоль и поперек, они излазили все закоулки, но собаки нигде не было. Потеряв надежду, волонтеры уже решили возвратиться к своей машине, как вдруг заметили ее. Она лежала на какой-то куче, сливаясь с нею, и даже не пыталась встать. Волонтер сразу понял, что это утро стало бы последним утром собаки на земле. Но они подоспели вовремя. Чтобы не потерять мизерный шанс на спасение, собачку завернули в одеяло и быстро отвезли в клинику. Там сначала подумали, что это 6-месячный щенок, настолько мало весело животное. Но позже определили, что псу около 3 лет. Псу прописали капельницы, уколы, его кормили небольшими порциями каждые 4 часа, делали бесконечные перевязки. И как же все радовались, когда он постепенно стал выздоравливать. Затем ему найдут любящую и заботливую семью. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.